Уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает программа «Голос здравого смысла», и этот голос в нашем случае, конечно же, принадлежит Леону Вайнштейну. Леон, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Итак, ну что, наша власть поменялась, вступил в силу новый президент Соединенных Штатов, 46-й по счету, скажем так. И что же для нас это все значит, и вообще, как с этим совсем бороться, может быть, даже? Ну, знаете, всегда в первые 100 дней или даже в первые дни приоткрывается завеса тайны над тем, а что, собственно, собирается делать новая администрация, потому что, ну, за редчайшим исключением, скажем, Трампа, обычно говорят одно, делают другое, иногда говорят, так сказать, то, что нам очень не нравится, а потом начинают делать, так сказать, то, что более-менее нравится, иногда наоборот. Но в любом случае ты начинаешь понимать, какие тенденции, какие там течения преобладают в этой администрации, какие у них задачи, кому они какие долги должны отдавать. И вот, так сказать, то же самое происходит и в администрации Байдена, и мы можем по нескольким первым декретам посмотреть, а кому же, так сказать, кланяется, что называется, президент, говоря большое спасибо, я ваш там, так сказать, там, я вам должен, да. Ну вот, например, первым делом, скажем, в числе там первых 20 указов, Байден, декретов, да, не указов, значит, он повелел школам включать трансгендеров. То есть, значит, скажем, мужикам, которые именно вот в этот момент решили, что они нежные девы, значит, он разрешил, не разрешил, он как бы заставляет школу, он указывает, приказывает школам, если приходит, так сказать, здоровый мужик и говорит, я сегодня чувствую себя девочкой, то школа обязана принять его в женскую команду того спорта, на который, так сказать, этот человек собирается участвовать. И он будет теперь участвовать как девушка. Да? Я так долго на этом останавливаюсь, просто не потому, что это эпохально важный указ, а потому что он невероятно точно показывает, кто же, собственно, пишет это. Потому что то, что Байден значит, подписывает, это еще не значит, что он принимал какое-либо участие в его разработке, продавливании, организации и тому подобное. Ему, так сказать, дают, опять, в отличие от Трампа, который, похоже, влезал довольно во много вещей, значит, здесь, похоже, приносят, говорят, вот это надо подписать. Значит, ну, на какую тему спрашивает Байден максимум, а, скорее всего, просто подписывает. Значит, чтобы прекратить, как написано там, вот в этом указе, декрете, дискриминацию, основанную на сексуальной, значит, сексуальных преференциях и самоидентификации, мужчинам разрешено участвовать в женских соревнованиях как женщины. То есть, что произошло? Убили спорт, так сказать, юношеский, как минимум. Я еще не знаю, до профессионального они доберутся или нет. Но спорт вот, юношеский они точно убили. Потому что, ну как может, различается у нас мужчины от женщины. Там не только по внешним признакам, но и потому что, скажем, у мужчин там есть или больше тестостерона. Что означает, что у него там всякие, так сказать, там качества имеются, там мускулы там растут, я не знаю, там, я не специалист, из-за чего еще. Но почему-то женщины, они более нежные, менее, скажем, мускулистые, менее быстрые. Это показывается тем, что всегда там мужчины бегают чуть быстрее, чем женщины, там, скажем, с те же 100-метровки. И вот, значит, тебе приходит пяток мужиков, и говорят, что мы женщины, бегут 100-метровку, и все 5 выигрывают, а женщины приходят там 10-м, 20-м, 30-м и тому подобное. Какой смысл теперь девушке молодой напрягаться, стараться, делать? Она знает все, она теперь никогда не сможет выиграть. Никогда. А в волейбол, там, так сказать, он выпрыгивает из сетки, так сказать, на пол тела. Женщины так не могут. Значит, та команда, в которой будет 6, не знаю, там, мужиков волейбольные, а напротив будет женская команда, так сказать, команда мужская будет все время выигрывать. То есть, никакого смысла больше в женском спорте нет. Теперь сами думаете, нужно это вам или не нужно, зачем-то, да? Значит, что еще интересно, вот у меня перед глазами здесь всякие, значит, указы его, я поэтому смотрю в них и прочее. Значит,
Какой еще этап? Байден отменил строительство нефтепровода. Это имеется в виду Кейнстоун. И теперь, значит, что произойдет, что вкладчики, я говорю, две вещи. Огромное количество людей потеряет работу. Но еще важно, что люди, которые давали деньги, это вкладывали инвесторы, да, мелкие, крупные, там, пенсионные фонды там, и тому подобное, они потеряют огромное количество денег. И, скорее всего, они будут судить. Кого они будут судить? Думаете, Байдена? Не, они нас с вами будут судить. Байден отменил, а урон прошел, так сказать, определенным людям. Кого они судят? Налогоплательщики. То есть нас с вами. А, значит, также уже запрещен поиск новых месторождений в Юте, Новой Англии, сейчас не припомню, где еще, что неминуемо приведет к потере, значит, ну и считая вот Кейстоун, десятков тысяч рабочих мест. А, кроме того, уменьшится, сначала медленно, потом все больше и больше, уменьшится экспорт энергоресурсов, и Америка уйдет с того рынка, на который привел ее Трамп. Мы не только стали наши собственные нужды покрывать, чем сразу же, так сказать, повлияли на мировые цены на нефть, потому что, так сказать, demand, то есть требования стало меньше. Соответственно, когда меньше желания купить, а больше желания продать, то цена, так сказать, уменьшается. Да? А когда наоборот, там мало чего-то, а много людей хотят купить, то цена начинает повышаться. Это, надеюсь, всем понятно. Да? Все покупали дома, например. Так называемый, если бывает, рынок продавца, рынок покупателя. Вот если очень много продают, и никто не хочет купить, люди начинают соревноваться друг с другом и понижать цену. А если очень много людей хотят купить и очень мало домов, то что начинает происходить? Люди начинают драться за эти дома, давать большую и большую и большую цену, и, так сказать, цены повышаются. Так вот, значит, точно таким же образом Америка, когда, так сказать, начнет меньше производить сама, и ей нужно будет откуда-то брать. И плюс к этому она, и самое главное, перестанет экспортировать энергоресурсы, то произойдет повышение мировых цен на газ и нефть. Не сразу, конечно, но достаточно быстро, чтобы Россия смогла избежать, скажем, ожидаемого к концу 2021 года финансового краха. У них ведь в середине конца 2021 года кончается там от 30 до 40% залежи так называемой легкой нефти, которая у поверхности и которую дешево доставать. И вот, так сказать, дешевая нефть, потому что, ну, в чем нефть же не делают, правильно, достают. Достают, там, хранят, перегоняют там, и тому подобное. Так вот, у России была достаточно дешевая нефть, потому что не такая дешевая, как у саудовцев. Навскидку, если я правильно помню, Саудия тратит $12, чтобы добыть нефть и догнать ее до хранилища, откуда уже можно танкерами ее брать. А Россия тратит $18 в среднем. Вот Россия должна была начать тратить, так сказать, на несколько долларов больше, сразу же ее вышибало, так сказать, из конкуренции, проблемы там с этим и тому подобное. И у них должен был быть финансовый крах. Вот если Америка перестанет, даже всем будет понятно, что сейчас еще окей, но в будущем, в ближайшем будущем она начнет производить меньше и меньше и меньше экспорта, скажем, нефти, газа и прочего, то фьючерсы на это начнут расти, и Россия спокойно вылезет из той финансовой ямы. И, кстати, Иран тоже, и Венесуэла тоже, и, так сказать, еще там кто еще этим занимается, кто как бы конкурирует, ну, естественно, так сказать, арабские страны, ОПЕК там. И т.д. То есть всем это безумно выгодно, то, что мы уходим с рынка, за исключением только Америки. То, что мы уходим с этого рынка, невыгодно американцам. Но, тем не менее, мы двигаемся в эту сторону. Вот. Теперь, значит, что еще сделано? Ограничение на въезд мусульман из тех стран, в которых мы не получаем достаточно сведений о приезжающих. Вот это вот отменено. Теперь любой человек, то есть если вы едете из, там, скажем, из какой-то страны, где работает система, то вас спросят там справки из полиции, не знаю, там отпечатки пальцев, иногда не пускают, потому что а вдруг вы там не вернетесь и прочее, то теперь из мусульманских стран, которых они все равно не собирают никакой информации, я просто купил билет, пролетел. Ну, я немножко упрощаю, не совсем так, но приблизительно. То есть у нас все проверяют, а у них все равно проверить нельзя, а им, так сказать, теперь разрешено к нам прилетать, когда они хотят. Теперь, значит, Байден приказал провести перепись населения, включая нелегалов. Что это значит? У нас же не экономика государственная, в которой мы должны знать, сколько человек в каждом городе живет, чтобы там завозить количество туфель там, или количество, я не знаю, там, чистой воды на этот город. У нас экономика, которая, значит, причинно-следственная, что называется. Вам нужно больше, мы вам доставим больше. Нужно меньше, доставим меньше. Да.
люди, которые производят, мечтают, чтобы вы хотели больше. А, значит, зачем тогда, так сказать, нужно это? А дело в том, что в соответствии с переписью населения, если в каком-то регионе становится намного больше людей, он начинает получать больше представителей в Конгресс. А там, где как бы меньше людей пропорционально, у нас количество людей, количество членов Нижней палаты не меняется. Верхняя палата всегда 2 человека от каждого штата, итого 100. Они, правда, планируют еще штаты организовывать, но это, так сказать, не вопрос сегодняшнего дня. Соответственно, те же самые, то же количество членов Нижней палаты, но если у вас живет много нелегалов, то у вас будет, которые не имеют права не участвовать в выборах, не участвовать, на их базе не должно базироваться такое количество членов Конгресса, там ничего такого. Но тем не менее, по приказу Байдена теперь они будут учитываться, и вот в Калифорнии там выяснится, что Калифорния на 2-3, там 4 больше члена Конгресса, а в какой-нибудь там Юте и Вайоминге на 2-3-4 меньше члена Конгресса. То есть опять усиление демократических штатов за счет обмана и учета нелегалов как легальных граждан Соединенных Штатов Америки. До 30 сентября заморожены все выплаты по студенческим судам. И, похоже, дело пойдет так, что учиться будут одни, а платить за это будут другие. То есть учиться будут, что называется, те, кто хочет учиться, а платить за это будут те, значит, кто зарабатывает деньги. То есть вот backbone, то есть, так сказать, хребет промышленности и так сказать, вообще всего индустрии Соединенных Штатов Америки. Опять же, мы с вами, так сказать, те люди, которые идут на работу, зарабатывают что-то там, торгуют, копают, складывают, производят там и тому подобное. Есть ли что-то хорошее в том, что вот сделал Байден в первые 20 указов? Да, есть. Он заставляет, по его указу, все те, кто идет на государственную работу, должны подписать бумагу о том, что они согласны с тем, что Министерство юстиции должно быть независимым. Что, собственно, написано в Конституции США, что непонятно, зачем это подписывать. Тем более, что если мы, так сказать, посмотрим назад в историю, то у Клинтона был абсолютно ручная генпрокурор. У Обамы был абсолютно, так сказать, как он даже говорил, я защищаю, моя основная обязанность защищать Обаму, я его wingman. То есть, это, значит, 2 самолета летают, вот он сзади летит, и чтобы того, значит, того не стреляли ему в хвост. А уж не говоря там о Кеннеди, у которого просто брат родной был в этой должности. И представьте, он был независим. Он, конечно, не защищал Кеннеди. Нет, он был совершенно независимый. Все это политические игры просто для того, чтобы показаться, что они, так сказать, вот в овечьей шкуре. На самом деле, так сказать, волки нормальные. Президент Байден в 2 же речах призвал к остановке борьбы между американцами. То есть, мол, выбор сделан, все, теперь надо залечивать раны. Ну, это такое традиционное обращение. Но раны какие? Выяснилось, что раны вот не от борьбы, а от тем, которые нанесены Трампом. То есть, тут же идет атака. С одной стороны, давайте, так сказать, дружить, жить дружно. С другой стороны, я буду вас атаковать. Вот. Самое главное, что, знаете, был такой старый анекдот, типа, так сказать, либо трусы один, либо крестик сними. Так вот, то же самое с Байденом. За день до его вот программной речи выступил один из самых приближенных к нему военных, такой Стэнли МакКристал. Он нам известен как тот человек, который ужасно спланировал и плохо провел, и завязли в Афганистане, в войне. Это его так основное достижение. Но он демократ, и поэтому, значит, он и высокий, так сказать, чин у него. И он заявил следующее. Еще раз. Не просто заявил, а дело в том, что Байден тут же сообщил, что давайте жить мирно и давайте друг к другу хорошо относиться, не будем обзываться бяками за коряками и не начнем, значит, вот вспоминать старые грехи, а будем, значит, вот жить с сегодняшнего дня по-другому. Теперь, значит, к тому, что сказал, МакКристал, и я уже теперь буду, я хочу это читать, то есть переводить сходу. Значит, я вижу схожую динамику в развитии движения трампистов, то есть вот меня, например, да, и
Аль-Куэда или Аль-Кайда, не знаю, как ее по-русски произносить, в Ираке. То есть схожая динамика в развитии трампизма и аль-куэдизма, где целое поколение озлобленной молодежи, то есть вот те, которые пошли за Трампом, это озлобленная молодежь, последовала за сильным лидером, пообещавшим вернуть их в прошлое. И, значит, привело к идеологии, оправдывающей насилие. Это происходит в Америке. То есть, оказывается, вот Трамп и его люди оправдывают насилие. Вот такой забавный, значит, у нас начало байденовского этого самого правления. Кстати, вот в день инаугурации Байдена, значит, WHO, это ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, поменяла определение, кто же болен ковидом. И выяснилось, что значительно меньше народу больны ковидом, чем они говорили раньше. Потому что раньше они требовали, что если у человека позитивный тест, неважно, кто тестировал его и как, то он, значит, должен заноситься статистически в табличку «болен ковидом». А сейчас вдруг выяснилось, что не должен, что надо необходим уточняющий тест. Потому что, может быть, первый тест, не может быть, а точно, да, ловил какие-то там вот частицы, что-то такое, что на самом деле не болезнь, а просто там, не знаю, неизвестно что. Значит, это значительно снизит статистическое число заболевших, которые, значит, и раньше не были больны на самом деле, но для устрашения масс было необходимо их считать больными. Вот. А, кстати, в Калифорнии, вот интересно, значит, у нас совершенно драконовские запреты на то, куда можно выходить, там в рестораны ходить нельзя, даже если они... У нас жарко, у нас все на улице сидят. Нельзя все равно, значит, вот, ходить в рестораны, нельзя собираться больше, чем 6 человек, нельзя ходить там всякие там, я не знаю, там общественные места, маленькие магазины закрыты, малый бизнес вообще убит, можно ходить только в большие магазины покупать, значит, ну, те, которые дают деньги, значит, на развитие демократической партии. Так вот, у нас при всем том, что у нас все это запрещено, ужасно, так сказать, все, и всеми, все надо ходить в масках, страшно вообще, так сказать, и это ужасно поможет нам в борьбе с ковидом, у нас вспыхнула жесточайшая эпидемия ковида. Похоже, что когда что-то у людей отнимают, они все равно это делают. Но собравшись дома, скажем, да, и в условиях значительно более способствующих распространению заболевания. Вот вспомните, что происходило, когда, скажем, запрещены аборты. А спицами вязальными, да, делали, так сказать, какие-то повивальные бабки с кровотечениями, с убийствами, с попаданиями в больницы и тому подобное. Я сейчас не призываю аборты, да, аборты нет, я просто рассказываю. Значит, что происходит? Я лично, так сказать, против абортов с определенного момента. Вот, какой мы можем с вами обсудить, с того момента, который в еврейской религии считается, что, так сказать, вот человек возник, а до того это была подготовка, плод. А есть такой определенный момент. Так вот, во время прохибишн, так называемый. Что такое прохибишн? Это запрещение алкоголя. Значит, потребление алкоголя, по-моему, выросло, я никогда статистику не смотрел, но я знаю точно. Огромное количество подпольных мест, где продавалось виски там, и все остальное. Значит, огромное количество мафии, которая, значит, доставляла что-то, что людям хочется, но они не могут это достать в магазинах, по фантастическим ценам, с убийствами, подкупами чиновников, с перестрелками на границах, с борьбой мафии, с убийствами тысяч людей на улицах Чикаго, там, как вы знаете, и тому подобное. То есть, значит, когда начальство требует чего-то, что народ делать вот хочет, а начальство запрещает это делать, вот, если только, конечно, народ не расстреливать, там народ будет думать по этому поводу. Народ будет делать то, что начальство запрещает, несмотря на все запреты и несмотря на даже на то, что им самим, что называется, будет плохо от этого. Вот я хочу, и все, я буду это делать. И так делают сотни тысяч, десятки тысяч, миллионы людей. И это просто в натуре человека. А мне этого хочется. Точка. Вот. Значит, ну, мэр Чикаго, кстати, уже объявила, что разрешает ходить в рестораны.
Вот, она вместе с другими мэрами и губернаторами отняли у нас свободу собрания, свободу слова, свободу зарабатывать на жизнь, а сейчас они даровали нам право тратить деньги на совместные трапезы в ресторанах. Спасибо партии за это. Вот приблизительно то, что у нас сейчас происходит, и то, от чего, конечно, можно... А, еще одну интересную вещь, я остановлюсь. Значит, администрация Байдена уже сообщила, что корреспонденты и ряд изданий, которые врут, врут – это кодовое слово, которое означает, что они говорят что-то, что людям Байдена слышать не хочется. Интервью никто из администрации Байдена давать не будет. Похоже, что и на брифинги их приглашать не будут, или будут приглашать, но не дадут возможность, посадят их к самому конец, не дадут возможность задавать вопросы. Зачем? Дело в том, что они могут задать неудобные какие-то вопросы. Некоторые изменения от полной доступности Трампа, значит, ну вот немножко прослеживаются. Правда, ужасный был президент Трамп, но CNN, хотя его там один раз не пустили, что-то еще, тем не менее, он все время там тусовался, в первом ряду никто не отнял у него это место, он все время кричал что-то. Еще люди задавали Трампу по 3-4-5 раз один и тот же вопрос, требовали от него другого ответа. Он с ними вступал в какие-то пререкания, это президент, да, страны. Абсолютно каждый день куда-то улетая останавливался и рассказывал, что происходит, куча корреспондентов, отвечал на неподготовленные, совершенно неструктурированные вопросы, что они хотели, то и отвечал, никогда не посылал, злился там, кричал на них, что-то еще, никогда никого не преследовал. Вот, а здесь просто не будем вам давать интервью и все, и до свидания, вообще делайте все, что хотите, потому что вы врете, вот. А вот, собственно, что происходит в нашей, так сказать, прекрасной стране в первые, там, сколько, два дня правления новой администрации. Зато не скучно. Что-что? Зато не скучно. Очень плохо слышно. Прошу прощения, зато не скучно. А, зато не скучно, да. Ну да, как говорят китайцы, не дай вам Бог родиться в эпоху больших перемен. Это точно. Ну, давайте на этом, именно в этом месте мы сделаем сейчас паузу, потом вернемся и обязательно примем звонки наших радиослушателей, ну и, конечно же, продолжим программу. Итак, мы возвращаемся в программу «Голос здравого смысла». Номер телефона в студии 847-400-5200. Если у вас появятся вопросы или комментарии, пожалуйста, звоните, будем общаться. Ну, а пока, Леон, предлагаю продолжить. Вот, давайте, чтобы отвлечь нас от глупостей, которые, так сказать, или там гнусности, я бы сказал, а не глупостей, которые делает новая администрация, то нам сейчас собираются устраивать спектакль под названием «Импичмент Трампа». Я, опять, не будучи юристом, не могу никак понять, что значит импичмент гражданину Трампу. Дело в том, что он не президент, он не работает ни на какой работе в правительстве. Импичмент, мне все время казалось, это увольнение работника, чиновника, так сказать, да, аппарата какого-то государственного с его места, того чиновника, которого там нельзя просто так вышибить, а надо обязательно делать это каким-то вот таким образом через две палаты Конгресса. Вот откуда собираются вышибать Трампа, я не понимаю. У него что осталось? У него осталась свобода. Вряд ли они этим могут заниматься, они не могут посажать человека. У него охрана есть президентская, может быть, от нее можно его избавить, а потом убить. А у него осталось право выбираться на должности какие-то там или назначаться на потом, может, от этого они пытаются. У него осталось право, скажем, организации своей собственной там телесети, партии, чего-то еще. Может, каким образом они пытаются на это повлиять, я не знаю. Но вот я просто не понимаю, что это значит, но я понимаю, зачем. Это делается для того, чтобы, ну, скажем, так сказать, нейтрализовать возможные действия Трампу по сопротивлению тому, кого себя называют демократом, и с моей точки зрения, они нормальные, обыкновенные фашисты, строящие нам 1984 год Орвелла. Да. Леон, давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, спасибо за передачу. Меня интересует такой вопрос. Как-то прошло сообщение, что в Конгрессе, когда был этот штурм, поймали одного из руководителей БММ.
И как он заявил, а это он просто ради любопытства пришел пофотографироваться. Ничего не слышно, чем это дело кончилось. Ну, мы живем в зазеркалье, поэтому правда не имеет никакого значения. Имеет значение то сейчас, что нужно Министерству правды. А Министерству правды сейчас нужно, чтобы БЛМ, Антифа и прочее были хорошие, пушистые, милые, чудные, которые борются за свои права, независимость против угнетения, которым они подвергались последние 2 или 3 тысячи лет. Да только не говорите, что Америки не было столько времени. Это не имеет никакого значения. Была, не была, но все равно американцы угнетали черных в течение последних 2-3 тысяч лет. А все, что мешает этой идее, будет отметаться, убираться. Вот, например, пример может служить сейчас, значит, Parler. Parler – это, значит, сеть, в которую стали, социальная сеть, в которую стало переходить довольно много людей, в том числе перешел частично и Трамп, для того, чтобы разговаривать с народом. И как только у Parler начало расти по экспонентное количество тех, кто подписывался, то они арендовали сервера у Amazon, который имел контракт и имеет контракт со всеми, который предоставляет по очень хорошим ценам, они почти что монополисты на этом рынке, по прекрасным ценам предоставляет сервера, на которых базируются очень много компаний по всему миру. И вдруг, значит, в этом договоре, например, там есть определенные условия, при которых они могут прерывать это. Кроме того, у нас есть такой закон, по-моему, называется Sherman Act, который связан с монополией, Sherman антимонополистический акт, что-то такое, в котором сказано, что не имеют права, не предупредив за 30 дней минимум, менять условия работы, отключать, делать все, что угодно, что может повлиять на заработок, так сказать, работу нормальную предприятия, которые там зависят от кого-то, да. И вот в полное, так сказать, наплевать на эту конституцию, на этот закон, на антимонопольное право, на подписанные договоры и прочее, Amazon берет и, значит, за 12 часов предупреждает и отключает Parler от своего сервера. Значит, Parler мчится в суд, показывает бумаги, говорит: ребята, вот наш контракт, вот так сказать, закон антимонопольный Шермана, вот то, что произошло, у нас, так сказать, несколько миллионов человек сидят теперь без того, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, и у нас вкладчики, которые сейчас потеряют миллиарды долларов просто потому, что Amazon решил с нами расправиться по политическим соображениям. На что суд говорит: вы мне не принесли достаточно доказательств, поэтому я дело не принимаю, до свидания. Бум. Вот. Мне это очень напоминает историю с выборами, да? Значит, то, что их вырубили посредине, что называется, дня и нормальной работы, и не дали возможность перейти им в другое место куда-то, это не является доказательством. А что же это является доказательством? Я думаю, что доказательством является решение Центрального комитета Демократической партии, или там, каким образом они себя называют, там, олигархофашисты. Бог его знает. Да, давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Не кажется ли вам, что демократы и элита нашей республиканской партии опасаются того, что если импичмент не пройдет в Сенат, то Трамп создаст третью партию, и если вдруг это удастся, насколько у него будут шансы создать эту партию, и насколько эта партия будет влиять на следующие выборы? Спасибо. Ну, смотрите, мы не знаем, что, чего смогут добиться или что смогут сделать в Сенате во время слушаний и решений по поводу импичмента. Мы понимаем, что чего они решили, чего они изначально решили, то они и добьются. У них большинство, у них 51 голос, правильно? Значит, то есть у них есть 51 голос, и плюс, я уверен, еще есть несколько республиканцев, которые вместе с ними в одной брашке воровали вместе, там, боятся раскрытия своих дел, если, так сказать, что-то выплывет. То есть они вместе с ними. Иными словами, в Сенате есть большинство, а будет еще большее большинство, чем то, что есть сейчас, для того, чтобы сказать, что Трамп виновен и что можно что-то такое с ним сделать. Вот что сделать, мы не знаем. Они собираются ли они его уничтожать? Я не имею в виду сейчас физически, хотя физически тоже, наверное, собираются. Или они просто собираются его оградить там от чего-то и не дать чего-то. Это разные задачи.
Ну, вот представим себе, что самое, так сказать, вот большое, что могло произойти, это Трампу запрещено заниматься до конца жизни любой политической деятельности, как политический деятель. То есть, нельзя выбираться ни на какие должности. Понятно, что он может ходить по улице и кричать что, все, что угодно. Что не означает, что Трамп не может создать новую партию, что он не может подобрать группу там, людей, там, Ники Хелли, я не знаю, там еще несколько человек, про которых он скажет, что вот эти ребята, это есть те, значит, кто там мои последователи, ученики, самые мои дорогие и прочее, включая там свою, там, я не знаю, там, дочку и кого-то из сыновей, может, да, круг такой, вот там, 3, 5, 8, 15 человек. И он скажет, вот это штаб, я его, так сказать, номинальный руководитель, поэтому приходите все в эту партию, вот, которую они сейчас будут создавать, и мы будем бороться с... Теперь, значит, контраргументом может быть такой. Таким образом, республиканская партия будет расколота, и таким образом на ближайших выборах, 2-4 года, демократы получат все, что они хотят. На что можно сказать так. Вот на сегодняшний день имеется выбор демократы и республиканцы. 22-й год приходит. И у меня, так сказать, на моем, так сказать, бюллетене написано, голосуешь за демократа, поставь сюда галочку. Я эту галочку ставить там не буду, потому что, с моей точки зрения, они принесут фашистскую идеологию, фашистскую, так сказать, там, 1984, как я уже говорил, там, хуже, чем было в Советском Союзе, может, хуже, чем сталинизм, может быть. Может сказать, что может быть хуже? Может быть хуже. Значит, люди уже придумали, что может быть хуже. Значит, за демократов я точно голосовать не буду. Теперь я смотрю направо. Направо стоит на республиканец написано. Я понимаю, что этот человек сделает все для того, чтобы побеждали демократы. Потому что он абсолютно свой в этом стане. Мне он отвратен, противен. Я не хочу, чтобы он близко там был. А кроме того, я не хочу, чтобы Митч МакКоннелл снова становился председателем Сената. Да? Так что я буду голосовать за республиканца. И там отдаю голос демократам – фашизм. Отдаю голос республиканцам – фашизм. Значит, зачем мне вообще в этом участвовать? Я не хочу в этом участвовать. Значит, должна произойти одна из двух вещей. Либо я должен снова поверить в республиканскую партию, а я тем людям, которые сейчас, ну, многим из тех, которые сейчас там, верить не буду, чтобы они там в воздухе в сальто-мортале не делали, как бы не перекувыркивались. Значит, мне нужно, чтобы они оттуда вылетели, чтобы пришли какие-то новые люди, чтобы они поменяли свою базу идеологическую из мягкого согласия с тем, что действительно Трамп что-то такое неправильно делал, поэтому люди напали на... Значит, в течение нескольких лет у нас горят города, убивают полицейских, переворачиваются машины, избивают женщин и детей, стариков. И делает это одна группа людей, которая имеет непосредственное отношение... Прошу прощения. Непосредственное отношение к демократической партии. Так вот, значит, сейчас нам говорят, что они милые, чудные, хорошие, да? А вот те, кто якобы напал на Капитолий, они и есть враги нашей Родины. И вот 10 демократов, а 10 республиканцев голосовало вместе с демократами за импичмент Трампу из-за того, что якобы он, не приведя ни одного слова, не выслушав ни одного человека со стороны Трампа и прочее, они быстренько-быстренько за полчасика слепили обвинение, и 10 республиканцев проголосовали, что надо делать импичмент Трампу за то, что он якобы, значит, направил толпу на разграбление, значит, Конгресса. Полная фантастика. Да не буду за них голосовать. Значит, либо полное изменение того, что происходит внутри республиканской партии с выкидыванием оттуда всех подонков. Они просто так не уйдут, понятно, да? Либо создание новой партии и тихо, медленно и прочее выталкивание сегодняшней республиканской партии с политического поля, присоединение к этой новой группе достаточно много демократов, которые будут в ненависти к Байдену и к его правительству, и создание новой справа от центра за свободу, против идиотского равенства и против коллективизма партии, к которой мы все с удовольствием примкнем и будем в ней участвовать. Прекрасно. Принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Леон. Вы можете мне объяснить этот Кловер, или как этот бизнесмен, который назначил главный
чтобы импич Трампа, а могут Трамп его обвинить в чем-то, на когда-нибудь обвинение читать? Ну нет, я думаю, что нет. Значит, у нас дело в том, что власть находится, ведь ужас того, что сейчас происходит, это в том, что до того, до сегодняшнего дня, там, в те периоды, когда я жил в Соединенных Штатах Америки, по крайней мере, ты должен был встраиваться в закон. А сейчас ты не должен встраиваться в закон. Ты сильный. Значит, у нас закон – это что сильный решил сегодня. Поэтому ничего Трамп не сделать не сможет, потому что суды даже не будут просто принимать его заявки к рассмотрению. Печально. Леон, вот вопрос у меня появился. Кстати, вот то, о чем мы говорили по поводу образования третьей партии. Вот я только что об этом подумал. А вот действительно, ведь интересно узнать, какой бы процент именно демократов покинули сегодняшнюю демократическую партию именно из-за того левого крена, в который она вошла. Это будет очень сложно, что называется, посчитать, просто по той причине, что я сегодня не знаю ни одного исследователя общественного мнения, который не врал бы. Можно считать только, что называется, как американцы говорят, анекдотическим способом, то есть, что называется, общаться со своими знакомыми. Но это не научное. А вот все те полстеры, то есть исследователи общественного мнения, которые вели эти исследования, они либо не понимают, как делать исследования, что мне странно, потому что, в общем, американцы обычно профессионалы, либо они просто наглые вруны, которые там на зарплате либо по какой-то причине связаны с антитрамповским движением и вообще против нас с вами. Заканчивали те же университеты, точно так же ненавидят свободу, точно так же ждут подачек и живут на них. И сколько вам предсказать? Какое количество процентов вам предсказать? А хотите, мы предскажем, что Байден на 17% опережает Трампа? Предскажите. Спасибо, хорошо. Все предсказывают 17%. Ой, знаете, черт. Давайте немножко поменьше, все-таки 6-7%. 17% никто не поверит. А, пожалуйста. Завтра, сказать, на новом опросе 6-7%. То есть, как Путин, который говорит, заказывает. Знаете, я бы хотел выиграть, чтобы 72,4%. Ну, хорошо, пожалуйста, да. Вот. А у нас давайте сейчас уже. А что же вы опубликовали-то? Выборы еще не были. Ой, действительно, вы правы. Да, все равно же будет 72,4%, как не считать, правильно? Значит, точка. Даже говорить об этом нечего. У нас невозможно это посчитать, потому что это посчитать невозможно. Мое собственное мнение, оно было бы такое. А значительное количество демократов, потому что в демократической партии достаточно много людей, которые точно так же ходят на работу, точно так же платят налоги, точно так же детей воспитывают, точно так же участвуют там, так сказать, в нормальной обыкновенной жизни и прочее. Им их уговорили, им казалось, так сказать, и прочее. Вот сейчас они начнут видеть, что происходит, что сотни тысяч нелегальных иммигрантов проходят, у них начинают деньги от этого просить. Преступность увеличивается в значительной степени. Она увеличится, потому что даром не проходит увольнение полиции или даже просто запрет полиции применять какую бы то ни было силу. Да? Когда полицейский знает, что если он сейчас подъедет и будет разнимать драку, так сказать, кто-то может снять его на видео и выяснится, что он заломил руку не так, как. Знаете, я не так много дрался в своей жизни. Да? Но я знаю точно, когда молодой был. Пожилом возрасте вообще не дрался. А когда молодой был, ты никогда не знаешь, кого ты случайно двинешь там, не знаю, там локтем куда-то, да, или кто-то тебе, там ничего не имею в виду. Идет драка. Вот полицейским зачем? Они увидели на машине, вместо того, чтобы подъехать, взяли, развернулись и уехали. Зачем им это нужно? Пусть убивают друг друга, иначе их посадят. Их жизнь, их зарплата, их будущее, их пенсии, их дети значительно больше их волнуют, чем раньше они были натренированы. Езжай и прекращай. Это ваша работа. Если не поедешь, не прекратишь, там ты там плохой бяка-закаляка. А так они будут плохие, если они вмешаются. Значит, вот когда все это начнет происходить, это начнет вылезать, что называется, на глаза. И это нельзя будет центральными. Вот нельзя, CNN сообщает, что у нас все прекрасно. А в городе творится кошмар в нашем, да? Вот кому я верю? Конечно, я верю CNN, да?
Но только я верю только и своим глазам тоже. И тут до меня доходит, что вот люди, вот те, которые борются с этим, там бывшие два, так сказать, мэра наших, или кто-то из бывших, так сказать, начальник полиции, там какие-то еще уважаемые люди, которые пытались, действительно пытались сделать порядок в нашем городе, они входят в эту новую партию и говорят: ребята, бросьте вы этих гадин, и тех, и других. Да? То я думаю, что достаточно много демократов, так сказать, категории, которые я уже определил, они перейдут в эту новую партию. Я просто думаю, наблюдая за тем, что происходит с движением левых, скажем так, радикальных сил, я честно понимаю, что основная масса демократов, именно демократов, они все-таки не настолько левые, не настолько готовы перейти в эту левую фазу. Разница в том, что они прекрасно понимают, что их оплата их выборов, казна и так далее, что все это, конечно же, в руках сегодня у Нэнси Пелоси, которая действительно, ну, аж зашкаливает такая левая. Так вот, интересно было бы посмотреть, если бы действительно вот такая образовалась партия, которая была бы более, скажем так, даже не умеренная, а центристская. Вот... Центристы — плохое слово. Давайте назовем другое слово. Здравый смысл. Здравый смысл. О, вот прекрасно. Кстати, я даже знаю человека, который мог бы возглавить эту партию голосом здравого смысла, между прочим. Да. Вы имеете в виду Евгения Панасенко на канале «Здравого смысла» в Москве, я понимаю. Да не дай бог. Давайте лучше примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Да, я выключу радио. Я, добрый день, Леон. Добрый. Алексей, я не знаю, или вы слышали эту последнюю новость, но я только что, я все время тут сижу на этом, на живой линии. Значит, Bank of Florida cancel all accounts of Trump. То есть они ведут на него атаку со всех сторон. И social сети, и финансовая система. И что мне непонятно, почему все эти компании, которым он сделал столько много хорошего, почему они его все так атакуют? Или они боятся кого-то, или что? Ну, вы, я думаю, ответили на свой вопрос, правильно? Но вы слышали, все понимают, что пришли фашисты. Это все понимают. Называют по-разному. Значит, и все пытаются заработать индульгенцию. Я сейчас вот сделаю, как вы хотите, и даже больше вы еще не спросили, а я уже сделал. Может быть, тогда меня помилуют. Угу. Да, да, есть такая тенденция, к сожалению. Причем, самое интересное, даже нельзя называть этих людей недальновидными. Почему? Потому что как флюгер. Вот куда ветер дует, вот в ту сторону мы и вертимся. Поэтому подует ветер в другую сторону, с удовольствием распахнут свои двери для Трампа, откроют ему новые счета, разморозят старые, и все будет шикарно, замечательно. Да, давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, это Анна из Нью-Йорка. А у меня такой вопрос, он может слегка забавно прозвучать. Не может получиться так, что наши партии просто переформируются? Точнее, определите свой вопрос, пожалуйста. Те демократы, которые не хотят быть жутко левыми, перейдут в республиканцев. А республиканцы, которым надоело, то есть которым нужны деньги, перейдут в демократов. Рокировка это называется. Ну да, и вуаля, у нас, пожалуйста... Опять две партии. Ну да. Ну я не представляю себе развитие такого события, но, так сказать, мало ли чего я не представляю. Действительно. Кстати, насчет принадлежности демократической партии. Действительно, сегодня был такой потешный репортаж о том, что тем, что Байден отобрал лицензии на добычу нефти через вот этот водопровод, нефтепровод. Нефтепровод, да. Да. Глава или верхушка профсоюзов водопроводчиков и так называемых pipefitters
просто вошел в ступор, потому что ведь они в октябре месяце прошлого года полностью поддержали Байдена, влили туда несметное количество денег. И даже когда... Извиняюсь, конечно, что называется, не ко всем это относится, к ним, но идиоты. Да, да. Вот не умеют люди читать, ну что делать? Не научили их в школе. Ну, поставили им просто оценку по чтению, а так не научили. Поэтому они говорили: а вы мне своими словами расскажите, что там у вас написано, да, в программе. Ой, написано, что мы вас так любим, обожаем, просто не можем. А, вот так написано. Ну вот, нате вам 100 миллионов. Вот, да, вот вам деньги. Абсолютно. Так самое интересное ведь то, что верхушка этих профсоюзов-то не пострадала, а пострадали именно вот эти несчастные работники, эти профсоюзники, которые вносят вот эти желанные деньги, и которым говорят: ребята, вы должны поддерживать Байдена. Он вас сейчас всех уволит, но мы его поддержим. Вот. Логика. Ну да, поэтому я представить себе, например, что Пенсильвания могла проголосовать за демократов, не могу вообще. Ну не могу себе этого представить. Абсолютно. Это даже не имеет не то что смысла, это не имеет вообще никаких... Дело не в 20 тысячах, дело в 10 миллионах. Там. Да, 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 да. Давайте примем... Все те, кто бюрократы, голосовали за Байдена, угу. Значит, так называемые люмпины голосовали за Байдена, ничего худого в этом нет, это просто слово такое, да, то есть да. Люди, у которых отсутствует имущество, а голосовали за Байдена верхнее чиновничество, голосовали за Байдена руководители крупных корпораций, которые надеются на то, что они не должны будут конкурировать за так сказать, получение прибыли, а они могут просто взятку чиновнику взять и получить ту прибыль. А кто еще? Больше никто. Народ-то весь, который работает, уходит утром, работает, вкалывает с кровью, с потом. Они не могли голосовать за Байдена? Значит, голосовали, или, по крайней мере, сладкие речи лили и одурили этих. Значит, голосовали те, кому это выгодно, больше вообще никто. Ну вот одурили, вот они сейчас получают. Значит, вот это кандидаты в новую партию. Вот об этом я и говорю, что достаточно людей, которые проголосовали за демократов, которые действительно, наверное, это был бы самый лучший вариант, это присутствие Байдена, даже если это будет на какой-то короткий срок, но приведя свои все вот эти вот мысли в дело, это был бы совсем неплохой толчок для того, чтобы, может быть, действительно принадлежать. Чтобы закончить нашу передачу, мы уже близки к концу, я хочу сказать, что Байден совершил одну очень большую ошибку, когда дня два тому назад заявил, что он уничтожит, растопчет NRA, то есть National Rifle Association, 5,5 миллионов членов, она, правда, в банкротстве сейчас, но реорганизуется. Угу. Отберет у всех оружие. Замечательное заявление, которое привело к тому, что сплотило огромное количество людей, которые тоже думали, что, ну ладно, это просто трепотня была, да? Uh-huh. А сейчас им сказали: нет, это не трепотня, мы будем отбирать у вас оружие, а Amazon будет предоставлять нам воронки. Да, причем самое интересное то, что ведь даже среди демократов, избирателей, тоже полно народу, которые владеют оружием и которые являются... Не собираются с ним расставаться. Конечно, абсолютно. Итак, Леон, спасибо вам огромное за наинтереснейшую беседу. Действительно, очень интересно, очень здраво мыслящая ситуация. Поэтому спасибо вам огромное за это. Будьте здоровы, хороших выходных. Ну и я надеюсь на следующие встречи. Спасибо, господа. Нос не вешать. Быть в боевом настроении. Впереди только лучше. Ура! Всего.